первый. Кстати, да, я выставила. А, да. Как так получилось? Вот сразу же. Короче, а у вас два? Пожалуйста. Так. Никогда багаж не забывали, не забывали нигде, не теряли? Забывали. Был такой, да? Да. В этом. До 19. Когда ездили, в Ирландии потерялся. В Ирландию я прилетела без чемодана. Нашлось потом? Да, в Париже. Так, что это за оранжево-черная сумочка? Это турецкий бренд. Это косметичка моя. Здесь шампуни. Ну, всякие мыльные принадлежности. А это моя косметичка. Долго вообще собираешься на сбор обычно? Нет. Минут 40. Быстренько, да? Да. А конфеты, игрушки, что не берешь, что ли? Нет, ничего не беру. Конфет нету. Ну, все только экипировка и... Плойка, да? И для красоты. Всякие мелочи. Все. Я тогда пошла это, на лыжи. Нас четверо. Как было? Как будто я уже профессионально так делаю. У меня четыре. Спасибо. Девочки, по цветочку работаем. Шесть движений. Вытягиваемся повыше, туда вверх. И померяем другую. Хорошим махом. По цветочку начинаем. Здравствуйте.
средний, никуда не торопимся. Один раз сделали на станции, сразу переходим на следующую. Приставным, больше работаем корпусом, отыгрались. Ассистент возвращается во вторую колонну. Во второй колонне работаем. Две ножки. Выходим во внешнее. Отыгрались, ассистент сюда пошел. Один блок. Второй раз вернемся. Качество, вишни попадать, удобно сбрасывать, удобно отдавать. Да. Итак, по кругу. А вот после того, вот сюда? Да. С четвертой станции на первую. Диагональ в обратную. Вытягиваемся, рукой тянемся, ногой тянемся. Если что, у меня с собой гипс. Да, тут все есть. Да, этот. Я взяла скотч-класс с запасной. Дайте тейп, пожалуйста. Да. Так он упал, конечно. Непонятно. Мы тебе посочувствовали. Юль, покажи нам. У тебя здесь против ветра было, а мы с Ваней смотрим туда. У девки просто пуль, знаешь, они такие посмотреть не успевают. Он просто как пуль влетал по ветру. Юль, покажи самый пострадавший палец в своей карьере. Вот этот. Что с ним было? Три раза сломала его всего лишь. Да, и он срастался у нее очень долго, да? Да. Поэтому я делаю гипс и не снимаю. А у тебя гипс. Что? Вот так удобно делать. Что по переломам-то расскажи, что у тебя с пальцем? Привет, Виталий Витальевич, привет. Сколько переломов? 8. После 8-го я делаю гипс и не снимаю, пока сезон не закончится. Не вариант, будет 9-й. Ужас. Доктор, это вообще закон? Рука, голова, а ну, Владимир. Сколько переломов? Ну это вратарь. А что делать? Я сняла, приехала. Приехали на игру, на разминку с Чертанова. И Виталий Сергеевич бьет на разминке, у него срезается мяч, и пытаюсь вывернуться, ставлю, он мне втыкается, и 8-й перелом. Я была замотана, а я потом после игры думаю, что как-то у меня так поднывает. Я снимаю, а он у меня черного цвета. Я такая думаю, повторочка в другом месте. Был вот так, откололся вот так. Представьте, какая дистанция нас ждет всего. Сейчас почти все голы пропущены, даже если премьер-лигу смотрите или вообще, да? Почти все голы идут с углов. Потому что в середине открывать соперника очень сложно стало. Хорошо, хороший вылет. Мне уже разочек. Разочек отлетел, и когда ты делала, он мне в щиток и в ворота. Жестче. Оп. Хорошо. Жестко стоять.
прилетел, где это могла видеть? Ну все, у меня эти хоротаем дни. Еще раз.